Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы смотрим матч Тузы против Антибас. И мы надеемся, то, что матч будет на самом деле захватывающий. Вот. Так как тут играют Эджи Стайлз, Красимир, ну и Лазерок. И в другом составе Оксия, потом Rolex Twitch и Pro 100 Voldes. Надеюсь, я правильно ники произнес. Ну и отправляемся смотреть игру. Вот, у нас атакуют Антибас пока что, потому что все происходит на половине тузов. Rolex Twitch, Красимир, так, Оксия, и Оксия пытается разыграть, но мяч улетает чуть-чуть далеко. Rolex Twitch, Аджи Стайлз, пасует Лазерок, Красимир, Лазерок, и Аджи Стайлз сейчас может перехватить мяч, но... Хотя да, он сейчас попытался, но это не очень-то и получилось. Ну, да ладно. Красимир на защите. И... Ну да, все, он отбил мяч и не дал противнику его забить. Так, теперь переходит в атаку команда Тузы. И, возможно, у них что-то и получится. Так, Красимир дает пас Аджи Стайлз. Аджи Стайлз, возможно, реализует этот момент. И нет. Ему не дает просто Волдес ничего, потому что он понимает, как важна для него эта игра. Вот, противники практически не ошибаются. Игроки все уже довольно опытные. И ох, ой-ой-ой, очень опасный момент был для Антибас, но они его все-таки затащили в свою пользу. И Аджи Стайлз, Лазерок, Красимир, Лазерок, и нет. Я думал, то, что уже будет гол, но все-таки этот опасный момент, он пошел в пользу Антибас. Но теперь уже Тузы атакуют, Тузы хотят выиграть. Аджи Стайлз, Красимир, и так, ну, пока что ничего, в принципе, не происходит, потому что мяч вот практически даже не у ворот, и пока что таких красочных моментов у нас не было. Но еще, конечно же, второй тайм, еще и первый не закончился, поэтому рано говорить. Вот, Лазерок, нет, не получилось у Тузов. И они переходят... А, нет, еще не переходят. Я думал, уже Антибас собрались. И может быть... Нет. Гола все-таки не было. Так, прострел от Красимира. Но ничего. Никакого результата этот прострел не принес. Так, Лазерок, опять же. Красимир. Лазерок. Нет, Лазерка не получилось. Оксия его толкает. Заталкивает, чтобы он ничего... И гол. На самом деле, Лазерок очень четко отбил от бортика мяч. И получился гол. И 1-0 сейчас в пользу, конечно же, Тузов. Поздравляем их, то, что они открыли счет в этой встрече. И они уже показывают, что не просто так они играют в ЛЧ. Ну, смотрим, в принципе, дальше. Оксия пытается разыграть, дает пас и гол. Вот это уже на самом деле интересный мегабол. Уже интересно смотреть, потому что много моментов, много красивых моментов, самое главное. И уже 1-1. Только мы порадовались Тузам, то, что как же они хорошо сыграли, но уже Антибас забивают гол. Я, правда, не увидел, кто это забил. Вроде Оксия, если я не ошибаюсь. Но... это не важно. Самое главное то, что был очень и очень эпичный момент. Ну, давайте смотреть дальше. Аджи Стайлз пытается пробить мяч, но пока что не получается. Красимир дает Лазерок пас. Аджи Стайлз, Лазерок. И, ну, пока что мяч в углу, и его защищают команда Антибас.
но мяч перехватывает Аджи Стайлз, лазерок его вообще выпинывает на свою половину поля. Аджи Стайлз дает пас, но не точный, и скорее всего эта половина, этот первый тайм закончится с счетом 1-1, если сейчас что-то не произойдет. И да, 1-1. Счет 1-1, в принципе, нормальный счет. Нормальный счет. И мы сейчас спросим у игроков, готовы ли они, чтобы начать, конечно же, второй тайм. Ну все, они готовы. И так, сейчас, все, начинаем. Начинается второй тайм, Антибас против Тузов. Мы смотрим эту встречу. Уже, как я напоминаю вам, 1-1 счет. Вот. Первый гол был автогол от Бортика. Нам показал хорошую игру Лазерок. А второй уже гол четкий забил Окси. Вот. Ну, мы смотрим дальше. Смотрим дальше эту встречу. И надеемся, что это не последние голы, которые мы увидели. Итак, Тузы играют в атаке. Аджи Стайлз пытается мяч пробить. И у него это зачастую получается, но Лазерок не успевает добежать. Красимир. Аджи Стайлз. И нет, нет, ничего, к сожалению, у Тузов не получилось. Но у них есть еще попытка. Лазерок. Красимир. Просто Вейлдс. И Красимир пытается засейвить. И у него это получается. Rolex Twitch дает пас, но он не точный. И Аджи Стайлз может реализовать момент. И... ой, Rolex Twitch, какая же ошибка. Но у всех бывает, поэтому не стоит за это его как-то винить. Но Аджи Стайлз, мне кажется, даже если бы не Rolex, то Аджи Стайлз этот мяч забил. Ну, получается уже 2-1 в пользу Тузов. Они уверенно идут к победе. И, скорее всего, им удастся в этой встрече победить. Но это лишь всего мои какие-то ожидания. И гол. Опять же Rolex. Но Rolex, ну нельзя так ошибаться. Второй раз уже все-таки. Но ладно. Уже счет получается 3-2. Ой, 3-2, 3-1, извините, пожалуйста. В пользу Тузов. И осталось еще 3 минуты. Ну, за 3 минуты, конечно, может еще все перевернуться. Может быть и ничья, может и вообще победа Антибас команды. Поэтому мы вот. Просто Окси уже зацарил во втором моменте. Вот, в первом моменте, в первом тайме он забил очень красивый гол. И тут опять забил очень красивый гол. Если бы Rolex не ошибался в этих двух моментах, уже бы вели команда Антибас. Но пока что счет 3-2. И игра продолжается. Так, Красимир, Окси, просто Вейлдс дает пас, но не своему. Так, Rolex Twitch, просто Вейлдс, Rolex Twitch опять же. Так, переводит на другую половину поля. Окси, Красимир, Аджи Стайлз, просто Вейлдс, Изрок, Аджи Стайлз, Красимир. Так, Rolex Twitch пытается пробить, у него это получается. Просто Вейлдс сейчас тоже попробует что-то сделать. Rolex. Так, Rolex дает пас Окси, и у нас что-то лагнуло. Вот, все, сори, ребят, я не знаю, что это такое. Что это творится? Боже. Вот, все. Все. Извините, ребята, я не знаю, что это сейчас творилось. Но я надеюсь, то, что больше такого, по крайней мере, не будет. Ну, мы никакого момента не пропустили, но я не знаю. Не знаю, ребят, что это такое. Вроде мы смотрели игру очень даже комфортно. У нас не было никаких пролагов. Тут вот так вот все игроки поплыли куда-то, полетели. Ну, да ладно. В принципе, мы ничего такого не пропустили, и это радует. Ну так, осталась минута до конца игры. Счет 3-2, напоминаю, в пользу Тузов.
и все еще может перевернуться, если антибас покажет нам хороший момент. Так, пока что атакуют тузы. Agistyles дает изерку пас, еще раз Agistyles и автогол. Опять Rolex Twitch. Мне кажется, после этой игры Rolex Twitch как-то будет критикован своей командой, потому что уже третий автогол забивает в свои ворота. И это не есть хорошо. Так, тузы защищаются. Пытаются антипас что-то сделать, но мне кажется, это им уже не поможет. Потому что два гола забить за 35 секунд, это будет крайне тяжело. Тем более против таких соперников, как тузы. Они понимают, что в этой ситуации не надо никуда лезть, нужно просто встать и защитить, и выиграть эту игру. И тузы могут даже еще забить один гол, и отличный пас от ИЗРК, Agistyles, и Agistyles забивает. Итоговый счет 5-1. А, нет, 5-2, извините. Всегда забываю то, что еще один гол забили команда Антибас в первом тайме. И, ну, все равно уже победа за тузами, скорее всего, будет. Изрок пытается что-то сделать на последних секундах, но... О, он даже забивает гол. Ну, это вообще развал, ребят. 6-2. Ну все, ребят. Всем спасибо за игру. Надеюсь, вы будете оставаться с нами. Всем спасибо и до скорых встреч!